Повышенные штрафы кикшеринга стали реальностью. Одна из компаний наказала пользователя на 100 тысяч рублей за передачу самоката детям. Тем временем Минтранс подготовил реформу эксплуатации средств индивидуальной мобильности. В ней целый ряд правил, за нарушение которых будут наказывать рублем. Подробности в сюжете Артема Смахтина. Трое на одном, еще и несовершеннолетние. Очевидец зафиксировал на камеру целое комбо из нарушений правил пользования электросамокатом. В кикшеринговой компании жалобу на юных экстремалов оперативно рассмотрели, нашли самокат и выписали штраф владельцу аккаунта на 100 тысяч рублей. Безусловно, штрафы и фиксация наказаний являются мерой для того, чтобы люди вели себя в соответствии с правилами. Это мы проходили уже на примере с автомобилями. Большие штрафы — это скорее такая мера психологического воздействия, на самом деле, нежели какого-то фактического. Теперь нарушение правил обходится очень дорого. С 1 сентября кикшеринговые компании увеличили штрафы. За использование сим ребенком до 14 лет полагается блокировка аккаунта и штраф 100 тысяч рублей тому, кто передал управление самокатом. За поездку вдвоем или втроем на одном самокате штраф 100 тысяч рублей. Столько же придется заплатить и тем, кто встанет за руль пьяным. Ну, зато, наверное, подействует с первого раза. Я считаю, что хорошо, что увеличивают, но не до 100 тысяч, потому что 100 тысяч – это все-таки очень много. А бывает так, что нужно, мы как бы вдвоем идем, а самокат один, и я, допустим, девушку свою подвезу до следующего самоката, и чтобы меня на 100 тысяч за это оштрафовали. Пока будут наказывать, то да, будем слушаться. А вы сами нарушаете? Ну, было такое, но нет, сейчас не нарушаю. А почему сейчас не нарушаете? Потому что ужесточают, и как бы нужно соблюдать, чтобы не штрафовали. Этим летом московские сервисы присоединились к эксперименту по снижению скорости самокатов в районе третьего транспортного кольца и МКАД до 20 км в час. Всего в столице 350 медленных зон. Госавтоинспекция проводит регулярные проверки. Работники сервисов аренды электросамокатов следят за соблюдением правил в городе. А сотрудники ситуационного центра ЦУДД 24/7 контролируют дорожную ситуацию по камерам в режиме онлайн. Самые частые нарушения – езда на одном электросамокате вдвоем и неспешивание перед пешеходным переходом. Только за август было заблокировано 1700 аккаунтов пользователей на передачу электросамоката несовершеннолетним. В Министерстве транспорта России подготовили целую реформу по использованию СИМ. Там предлагают ставить все электросамокаты на учет, а перед каждой поездкой пользователей обяжут авторизоваться в специальном приложении. А еще планируется ужесточить правила парковки, использования шлемов и телефонов за рулем. Все это может войти в ПДД и федеральный закон. Пока сервисы штрафуют клиентов на основании договора, с которым соглашаются пользователи при регистрации. У каждого сервиса, у нашего сервиса в том числе, есть договор оферты. В договоре оферты перечислены все те же основные правила передвижения по городу, и вот на основании нарушения условий договора оферты мы имеем юридическое право выставлять штрафы и блокировать аккаунты. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях уже принят Госдумой в первом чтении. Штрафы для самокатчиков в составе до 30 тысяч рублей. Артем Смахтин, Иван Павлов, Илья Шаймерденова, Москва, 24.